Сегодня, 18 января, в посольстве Азербайджана в Кыргызской республике прошел круглый стол, посвященный памяти событиям 1990 года в Баку. Такие дни памяти проводятся посольством Азербайджана ежегодно. Встреча началась с минуты молчания. Вслед за ней был показан документальный фильм «Кровавый январь», рассказывающий о военном столкновении в Баку 20 января 1990 года, в результате которого погибло более сотни мирных жителей. 20 января является значимым не только для Азербайджана. Это катастрофа, этот геноцид произошел против всего тюркского мира и против всего человечества в целом. Прошло 27 лет, как случился этот геноцид. Но, как и каждый год, как и в самом Азербайджане ежегодно вспоминают эту трагедию, так и во всех других странах. В круглом столе приняли участие представители посольств Украины, Узбекистана, Таджикистана, России и Турции, а также представители местной интеллигенции, ученые и профессора университета, в том числе университета Манас. Если мы будем, наш народ, он исторический, культурная нация, древняя нация, если она будет единая, нам такие моменты, такие ужасы, которые мы с вами сегодня смотрели, я думаю, они не повторятся. В будущем для счастливого проживания всего 7-миллиардного населения Земли необходимо государственное правление на основе справедливости. Иначе мы будем жить по принципу «сильный угнетает слабого», и мир не обойдется без кровопролития и смертей. 26 февраля состоится День памяти Хаджилийской резни, которая прошла в рамках той же Карабахской войны. Участники сошлись в мнении о необходимости единства между народами для недопущения подобных катастроф в будущем.